Газеты по проблемам гаражей, по народному референдуму, по открытому письму Зюганова президенту, пожалуйста. А про гаражи можно что-то сказать? Вот это, пожалуйста. Пожалуйста. Что вы хотите, резолюцию? Пожалуйста, берите, как вы хотите. Вручается Сапельникову Евгению Александровичу. Аплодируем! Приветствуем нового коммуниста! Партийный билет вручается Подгорному Андрею Александровичу. Большой, он же мальчик. Вон какие ребята у нас, крепкие, молодые. Спасибо! И готовимся к митингу. Введя огромное количество кодексов, лесной, жилищный и так далее, показывают, что абсолютно несостоятельно на сегодняшний день, начиная с законодательной власти и заканчивая исполнительной, результаты этой работы мы видим с вами на улице. Итак, митинг, посвященный общей теме бездарной политики властей современной России, объявляю открытым. Слово предоставляется депутату Государственной Думы, первому секретарю Санкт-Петербургского городского отделения Соколу Святославу Михайловичу. Добрый день, уважаемые товарищи. Они заверяли нас об обеспечении нашей безопасности, об обеспечении стабильности в нашей стране. Прошло совсем немного времени этого Нового года. Ну и какие у нас с вами ощущения за прошедшее время? Граждане нашего города были потрясены гибелью 6-летнего мальчика, которая случилась от не вовремя убранной упавшей сосульки. Совсем недавно погибла 35-летняя молодая женщина в торговом центре от не вовремя убранного снега, из-за которой обвалилась кровля. Вообще, если посмотреть на картинки в нашем городе, то создается впечатление, что в некоторых местах это блокадный Ленинград. Волна сокращений и рост цен на все. Обратите на это внимание, дату за день до новогодних праздников. Постановление, позволяющее 4 февраля единым лотом продать 400 гектаров петербургской земли одному известному. При начальной арендной плате 4 рубля за квадратный метр.